Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я покажу такую программу Fraps, чтобы ей снимать, но все скачивают эту программу Fraps и снимают меньше 30 секунд или ровно 30 секунд. У меня тоже такая фигня была, но я придумал, что надо сделать. Но я сейчас покажу, что надо сделать. Вот у вас вы снимаете, и у вас только 30 секунд. Но надо зайти в FPS. У вас тут стоит 30 секунд, и это вот надо изменить на... Ну, я на 9. На 9. Изменю. И надо вам сделать в Movies, убрать вот здесь галочку. Она у вас будет стоять, но ее надо убрать, чтобы Fraps дольше снимал, больше 4 гигабайт. У меня, к сожалению, версия английская, так что английский я знаю не очень хорошо. Ну все, я все рассказал. А кому я помог, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.